Два несчастных случая на воде в озере у города Яргара Львовского района утонул 16-летний подросток. Очевидцы говорят, что он пришел к водоему один. Через некоторое время они заметили, что он тонет. Спасти мальчика не удалось. Тело из воды вытащили спасателя. Другая трагедия произошла в селе Аксенте Дубасарского района. Там утонул 45-летний мужчина. Водолазы обнаружили труп почти спустя 12 часов поисков. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала года в водоемах страны утонули 56 человек, в том числе 6 детей.